В ефірі студія «Репортер» з Веронікою Гадяцькою. Вітаю вас! Учора в студії ми підбивали підсумки всеукраїнського маршу захисту тварин разом зі Світланою Барсуковою. Зокрема, зоозахисниця розповідала про певні суперечки, що існують між різними зоозахисними організаціями. Одразу ж після ефіру до нас звернулася інша організація з проханням надати змогу спростувати сказану інформацію. І, звичайно ж, ми погодилися надати інформаційний майданчик, адже студія репортеру – це трибуна для вираження різних поглядів. У нас в гостях Тетяна Волошина – волонтер, Вікторія Козаченко, яка представляє волонтерську групу Animal Source, та Сюзанна Достальова, президент благодійного фонду Нідерландів Ukraine Today. Вітаю вас, дякую, що прийшли до нас. Отже, перш за все, які головні підсумки маршу, на вашу думку? Я хочу подякувати телеканалу «Репортер» за ваше європейське мислення і за можливість опровергнути некоторі речі, які не являлись правдою із вчорашнього репортажа. Студии. Да. Я хотела бы добавить, что на самом деле противоречия существуют только между одной организацией, а все остальные у нас приблизительно 15 инициативных групп зоозащитных и около 5 организаций, имеющих юридический статус. Мы все дружим, помогаем друг другу. Если есть какие-то проблемы, мы их решаем совместно. Совершенно верно. Зокрема, по пунктах про те, що вчора казали. Перш за все, Світлана казала про паралельний марш, який організувала волонтерська група Animal Source. Ви її представниця, тому розповідайте. Я поняла. Здесь даже, извини, перебью. Група людей пыталась провести альтернативний марш в то же время и в то же место. Они отказались расклеивать наши наклейки и подписать универсал. Ну, значит, это так. Уведомление о проведении марша подавала девушка, член нашей инициативной волонтерской группы Animal Source. Вот, это было первое уведомление. И в соответствии с законами Украины, значит, если дальнейшие другие организации на это же время планируют свое мероприятие, им рекомендуется его перенести. Да, действительно, от организации, которую возглавляет Светлана Николаевна Барсукова, было подано два. Одно подавалось от имени их юриста Ольги Целинской, и второе подавалось уже от имени их организации. Есть рекомендации Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета, где черным по белому написано, что в связи с тем, что уже проводит Animal Source вместе с другими, действительно, нас там было, по-моему, около 15 организаций, волонтерских групп, инициативных групп, то либо вы присоединяетесь, либо вы проводите свой марш в другое время, в другой день, в другом месте. Ну, к сожалению, Светлана Николаевна решила, что если утаить эту информацию, хотя она не являлась закрытой, вот, то можно будет проводить там же. Поэтому, честно говоря, мы шли в соответствии с разрешением горсовета. Мы дополнительно, дабы избежать какие-то, как говорится, негоразды, проинформировали полицию. Вот. Мы держали все время на контроле, это буквально визуальный контакт с правоохранителями, которые охраняли данное мероприятие. Ну, а то, что мы им не дали сыграть то, что они просили, музыку, вот эту вот, какие-то там какая-то барабанщик. А, что-то да. Барабанщиком начальник. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что, услышав фразу, что барабаны у нее ассоциируются с Ку-клукс-кланом, да. Вы знаете, меня просто испугало ее подсознание. Да. Объясню почему. Потому что, когда человеку говоришь «барабанная дробь», это марш, это весело, это привлечение внимания. Знаете, ну, наверное, только у нее, вот из всех людей, которые в этот момент шли на марше, наверное, только у Светланы Николаевны это ассоциировалось почему-то с негативом. Это проявили наши оппоненты, пришли с барабаном. Волонтер Вика Козаченко, это цитирую Светлану Барсукову, бегала и включала его. Это проявление отсутствия уважения к одесситам. Ку-клукс-клан какой-то марширует. Тетяна, щодо вас було дуже багато слів, зокрема про законопроект. Ваша відповідь. Мой ответ таков. Я хочу конкретно по пунктам, о которых говорила Светлана. Ну, первый пункт – это якобы в нашем законопроекте не обозначена собственность, четко вызначено право собственности на тварину. На самом деле, как ее определить? Это либо идентификация, либо чип. То есть
этот путь уже есть, решение этой проблемы уже есть. Я не могу понять, что хотят этими словами сказать в универсале. Второй пункт. Сприяние створению зоополиции та контроля за покаранием за жестокого поводжения с тваринами. Что касается зоополиции, наша организация, в которой входит вот моя организация, которую я возглавляю, Общество защиты животных, мы уже достаточно давно совместно с Ассоциацией Всеукраинской АЗОУ предлагаем создание муниципальных полиций в разных городах. У нас была первая попытка создать такое в Киеве. Она, к сожалению, не удалась. Мы с удовольствием поддержим госпожу Барсукову, если им удастся это сделать. Но на данном этапе существует 32-я статья этого законопроекта, которая позволяет полиции вот в настоящий момент создавать протоколы, писать протоколы по жестокому отношению к домашним животным, чего раньше не было. Вот такой момент. Простите, я перебью, Татьяна. По поводу поддержки Барсукову в этой инициативе. У них уже была возможность сделать такого рода проверки, я не знаю, как это называется, но они настоятельно направили комиссию к матери-одиночке, у которой в доме действительно 15 животных, и действительно ей очень тяжело. Некоторые члены комиссии всячески препятствовали, потому что это похоже на травлю самых слабых. И, естественно, я и мой фонд защищают нашу команду, мою команду, и защищают организации также. То есть это был тоже показательный момент, когда вот эту проверку направили к самому слабому и незащищенному человеку. Так что я лично, в отличие от Татьяны, не поддержу никакую зоополицию, если там будет Светлана Барсукова. Дело ведь не в ней, а дело в том, что если постатейно. Вот смотрите, они говорят о том, что законопроект не запрещает фотопослуги. Это неправда. 25-я статья нашего законопроекта и 22-я запрещает жебракувание с тваринами та фотопослуги, кроме цирков, зоопарков и дельфинариев. Только там можно фотографироваться с дикими животными. Все остальные фотографии – это вне закона. Это такой момент. И еще запрещение притравочных станций, запрещение притравливать на всех животных. Как лозунг может быть хорош, но как реальное действие это невозможно, потому что на самом деле... А что это такое притравочные? Притравочные станции – это места, где охотничьи собаки притравливаются на животных, на медведях, сейчас медведи и волки запрещены. Законопроект предлагает запретить кошек, собак, барсуков и хорьков. Значит, нам ставят вину, что мы не всех животных защищаем. Но я хочу вам сказать вот что. Законопроект Немировского, который был принят, он хорош. И там было прекрасное определение передвижного зверинца. И прекрасная позиция по усилению ответственности. Но господин президент, наверное, вы это знаете, подписал этот закон и сделал его законом, законопроект и сделал его законом только с определенными дополнениями. В частности, он потребовал от кабинета министров, чтобы кабинет министров дал поручение Министерству экологии и определение, что такое пересывной зверинец, должно быть изменено. Это раз. Если оно будет изменено, то, что предлагает Минэкология, это значит... Ну, эта позиция полностью, мы ее теряем. Второе, что должно быть изменено, это предлагается Минэкологии вывести из-под закона о защите животных охоту и рыболовство. Вы представляете, что там будет полный беспредел. И все эти замечательные лозунги о притравочных станциях останутся только лозунгами. Поэтому мы действуем по принципу наших английских друзей. Step by step. Шаг за шагом. Тем более, что более 70% депутатов Верховной Ради являются охотниками. Отже, зараз мова зайшла фактично про ідейні відмінності між вашими організаціями. Зокрема, вчора була така думка про те, що ці такі суперечки між вами виникли в той момент, коли вирішувалося питання побудови єдиного муніципалітетного закладу. Щодо цього, я знаю, що там дуже багато підводних каменів, тож ваша думка. Я скажу вкратце, моє знайомство з мадам Барсуковою пройшло 2 роки назад. И я привозила деньги в страну, меня Светлана повела к мадам Касько, вместе с которой они меня убеждали,
что не надо пытаться сделать что-то свое, вот возьмите территорию, вот там вам частное, вот туда вкладывайте деньги. Естественно, я посмеялась. Почему-то у некоторых людей мнение, что люди из Европы наивные. Я посмеялась, отказалась, естественно, пошла своим путем. И сейчас сотрудничаю со всеми командами. Повторюсь еще раз, у нас нет разногласий. Нет. У нас между собой, мы сотрудничаем все вместе. Плюс я приехала, еще объединила еще одну группу, которая была за кадром, которые не хотели появляться в Фейсбуке, опять-таки опасаясь, что их будут обижать, травить и так далее. Вот. То есть нас сейчас еще больше. По поводу приюта. Группа эта очень малочисленная, но очень уж громкая. Это опять-таки про всех волонтеров. Откуда растут ноги противоречия? Это я цитирую Светлану Барсукову. Пожелав создать централизованный единый центр, мы наступили на горло бизнес-коалиции, потому что передержка стоит 80 гривен, умножаем на 50, который вся Одесса смеется. Это говорит человек, который явно не понимает, я вам поясню. Саночка, позволь, наверное, дальше. Да, я да, продолжу. Да. Нет, подожди, одну секундочку. Дело в том, что в клиниках, я знаю, я прилетела из Амстердама, не моя задача разбираться во всем этом, но даже я это знаю, понимаете? Кстати, что интересно, мы искали хоть одну фотографию Светланы Барсуковой с животным в Фейсбуке, мы не нашли. Ну, это, как говорится... Маленький нюанс. Маленький нюанс, да. Даю Вике слово. А, да, еще. За такие деньги они будут нам горло перегрызать? Вопросительный знак, спрашивает Светлана Барсукова. Конечно, будут. Если это такие деньги, скажите мне, почему Светлана Барсукова лично не взяла к себе и не спасла ни одного животного? И не получила такую огромную сумму денег. Да, и такое колоссальное удовольствие, которое... Да, да. Значит, смотрите... И про Мерседес это интересно. Полтора года я являлась, наверное, одной из самых ближайших соратников Светланы Николаевны. Я ее поддерживала во всех ее начинаниях, имея определенные трения с большим количеством волонтеров. Я говорила, нет, у этого человека классные идеи, его надо поддержать, его нужно продвигать. Значит, Светлана Николаевна рассказывала, что вот нужен какой-то определенный комплекс действий, в том числе, как бы это касалось и приюта. В итоге, по большому счету, когда мы наконец-то заставили, и нас наконец-то начали слышать в горсовете, нас наконец-то начали слышать в департаменте экологии, с нами наконец-то готовы работать, нас готовы слушать наши предложения. Светлана Николаевна сказала, нет, нам ничего не надо, нам не нужны никакие меры, нам нужен муниципальный приют. А теперь я даю цифры. Значит, в одном из своих... интервью Екатерина Бродская сказала, что по приблизительным подсчетам в городе существует порядка 40 тысяч кошек. И даже если взять к этому цифру 2 тысячи собак, которые оглашает Светлана Николаевна, получается 42 тысячи. Вот представьте себе, пожалуйста, какой приют должен быть построен. Тем более, если это муниципальный приют, то любой человек, которому надоела его собачка, его кошечка, которому не нравятся котята, которые бегают возле соседнего подъезда, привезет это. У нас теперь получается, что бюджет города будет работать на муниципальный приют, либо в этом муниципальном приюте придется эвтаназировать часть животных. Я уже опускаю моменты, когда это животные больные, когда это животные с определенными проблемами, и они требуют особого ухода. У меня у самой была кошечка спинальник, которую нужно было покупать и 3 раза в день, извините меня, мыть попу и менять памперс. Скажите мне, пожалуйста. Какой человек в муниципальном приюте и какое количество должно быть обслуживающего персонала, это же не Интасана, не Одрикс, правильно, это муниципальный приют, должно там быть для того, чтобы каждого котенка, когда приносят недельных котят, их надо выкармливать, когда приносят щенков, это сколько у нас теперь, что весь город, по словам Светланы Николаевны, будет работать на муниципальный приют? Бред, этого нет. И этого никогда не будет. Поэтому для того, чтобы изменить вообще ситуацию в городе, да, итоговым пунктом должен быть приют в городе. Я не спорю с этим, но он должен быть уже где-то, наверное, ближе к... Вот когда пройдет чипирование, регистрация, массовая стерилизация, когда у нас появится... Стерилизация домашних животных. Стерилизация, совершенно верно, Татьяна, да. Спасибо. Стерилизация домашних животных. То есть когда вот весь этот комплекс мер, вот над которым мы сейчас работаем, мы будем вносить свои предложения... как волонтеры, как люди, которые, как говорится, каждый день с этим имеют дело. Вот. Изменения, допустим, там работы КП «Цепи», какие-то, опять же, круглосуточная работа какого-то зоотакси для того, чтобы перевозить животных. Вот только тогда, когда мы, извините, разгребем свои авгиевы конюшни в городе, вот только тогда, по итогу, нам нужен будет приют, где
Кто-то потерялся, кого-то выбросили, еще что-то произошло, животное просто убежало. Вот тогда это должен быть приют, там, допустим, там, на 300 мест, ну, это где, уже, да. Но это, к сожалению, да, не ближайшего. И еще, что я извиняюсь, да, я вас долго выслушала, что я хочу сказать. Наверное, это мое пожелание Светлане. Перед тем, как лезть в законотворческую деятельность в Киеве, там, я не знаю, мы, может, теперь на уровне Европы выйдем, вот, на всего мира, давайте наведем порядок в своем доме, в своем городе. А то мы начинаем замахиваться на слонов и лошадей и чего там, жирафов, а, нет, кенгуру, вот, а котят больных мы под ногами не видим. Меня это тоже очень... все ж таке питання, тому що вже час. Да. Я теж саме питання ставила Світлані Барсуковій. Зокрема, чи не є це небезпечним те, що зараз ті суперечки між зоозахисними організаціями, вашими двома організаціями, призводять до негативного формування думки у суспільстві щодо, в принципі, зоозахисників? Спасибо вам за вопрос. Ні в коєму случае. Діло в тому, що все наши 15 организаций, включая мой голландский фонд, который является инвестором, мы все практики, мы работаем, мы не бегаем за камерами, нам некогда ходить на эфиры, мы реально спасаем постоянно животных. У меня дома уже сколько было животных? 4, да? Или больше? То есть мне удалось пристроить и довольно удачно пристроить бездомных животных. Дело в том, что то, что у нас разногласия, это хорошо. У нас действительно расходятся мнения и позиции, и люди, которые сообщают о том, что волонтеры катаются на мерседесах, как она сказала, девочки, если вы катаетесь на мерседесах, и 120 тысяч, это счастье, что мы расходимся с ними во мнении, и это счастье, что мы не с ними, потому что эти люди имеют отдаленное представление о спасении животных, о как поменять памперс, как срочно дотащить собаку до клиники, если срочно операция. Опять-таки стерилизация, там тоже масса нюансов. И контроль, вы знаете, мне контролировать очень просто. Я ни за кем не бегаю, девочки сами дают отчеты. И все это четко и ясно. И, извините, я хочу еще сказать, почему мы должны подстраиваться, я цитирую опять Светлану Барсукову, почему мы должны подстраиваться под кучку тех, кто боится потерять свой заработок. Кучка – это не мы. Мы – это вся Одесса, это те, кто берет и своими руками делает. И самое главное, наверное, я все-таки закончу уже Сюзанну мысль, нельзя запретить людям проявлять свои добрые чувства. Да. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни кричала Светлана Николаевна о том, что зарабатывают, помогают, а вы пойдите в любой парк и посмотрите на бабушек, которые кормят кошек, да, собак, птичек. И помогите ответ. И сколько они зарабатывают. И заканчивая все-таки выступление, хочу сказать, что мы сейчас, мы зоозащитные организации Одессы, как никогда едины. Да. Такого еще не было в нашей истории. Дуже дякую, я хочу одну сказать, что поблагодарить департамент экологии, потому что информация, что их там не было, недостоверна. И госпожа Дацюк сейчас с нами сотрудничает, с волонтерами, мы выходим на новый уровень, и они были на марше, их представители. Дуже дякую, що завітали, висловили свою суб'єктивну думку. Цей ефір провела Вероніка Гадяцька. Залишайтеся з нами.